Я желаю вам доброго вечера, 9 час на часах. Его, едва ли не самого несоветшего, подлинного этот концерт, назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет был местом, как его перед ним вовечно. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире в том самом Тихоцком доме, на дворе революции жили Мережковский и Зинаида. Это вы еще не слышали. Они отправились в Ленинград. Где контакт? Вот. Контакт плохой с перепишись. Я попал в руки. Я получил в руки, в форме взял в руки.